Привет, мои дорогие! Я снимаю видео «Алиса для вас». И если кому-то будет интересно, мне будет очень приятно, я буду очень рада. Значит так, я накрасила для вас ногти, нанесла черный лак. Только на одну руку, чтобы показать вам, потом сотру. Я сняла уже одно видео, но оно получилось такое безалаберное. Марьяша здесь с этой фольгой стала, в общем, играться. Потом позвонили с химчистки. В общем, пришлось мне все заново. Я упустила момент, когда лак уже высох, фольга не стала клеиться на эти два ногтя, на этих два пальца, да, на ногти, на эти два пальца. В общем, пришлось мне переснимать. Я все заново вытерла. Заново накрасила черный лак. И сейчас я вам покажу. Фольга вот выглядит вот так. Здесь уже вот то, что я делала. Значит, вы вот накрасили лак. Ждете, когда он немножко подсохнет, верх останется липким еще, верхний слой, да? Не даете лаку полностью высохнуть. И припечатываете ее не глянцевой стороной, а вот такой, матовой. Значит, начнем. Можете сделать весь ноготь. Вы просто вот так прикладываете, прижимаете хорошенько и резким движением вот так отрываете фольгу. И у вас получается вот так вот. Это такая золотая фольга с голографическим рисунком. Так, следующее давайте попробуем вот такую. Тоже очень красивая. Вот она какая. Сейчас, здесь попробую отрывными движениями. Так, мне вот так больше нравится, честно. Да, она не вся, а местами. Вот так получается. Видите, как красиво. И абсолютно ничего сложного. Резкость почему-то не наводится. Прям. О, да что такое? Вот так. Следующую давайте сделаем серебристую, вот такую, тоже отрывными, лак уже начинает подсыхать. Ну вот так. Так, потом... Вот такая вот малиновая фольга, тоже с голографическим. Маня меня угощает дыней. Да, Мариш? Спасибо. Извиняюсь, Маня меня тут подкармливает дыней. Я ей нарезала, она что-то поклевала, не хочет. И скармливает мне. Вот. Ой. Прошу прощения, у меня прям видео. Сейчас я прожую секунду. Мне прям видео сегодня как-то не снимается. Ну вот, малиновую оставим, допустим, так. И на большой палец сейчас я сделаю такую ярко-зеленую фольгу. Сейчас, минуточку. Вот такую зеленую-зеленую. Сейчас. Вот так. Вы можете, допустим, сделать зеленую. К ней добавить. Лак. Вот такую серебряную. Потом, допустим, фиолетовую. Мариш, подожди, сейчас я закончу, мама, потом. Спасибо. Сейчас, сейчас, мама, сейчас. И давайте сюда золотистую. Так, все, накулину. Вот. Мариш, я попросила, да, я закончу потом, да? И вот так вот.
И малиновую, ладно, давай малиновую тоже. И получается вот такое многоцветие. Вот так. Вот такая красота. Кстати, Алиса, то, что вам понравился маникюр, у меня есть фольга, я брала, и вот в комплекте она пришла тоже. Ну, вот такая вот, разноцветная. Вот эта фольга, кстати, самая классная. Так. Вот такая. Многоцветная. Тут тоже, видите, три цвета. И вот такая еще здоровская. Бирюзовый, зеленый и желтый. Сейчас я покажу вам вот фольга, которая пришла. Упала ничего, я уберу. Марьяша, ты иди сядь за стол. Майя, я тебя что попросила? Сядь за стол. Секунду, девочки. Да, прошу прощения. Вот пришла фольга моя. В комплекте здесь 50 таких листочков. Они небольшие. То, что я брала у нас, она подлиннее там рулончики. Ну, по одному, да. Здесь вот. Вот. В общем, их очень много. Они разнообразные. Ну, так. По одному же не буду показывать, чтобы время не терять, не тратить. Сейчас я расскажу, как это делается. Значит, очень просто. У меня есть вот такая вот, есть такой лечебный лак. Я его использую как основу под цвет. Значит, наношу его, он высыхает тоненьким слоем совершенно. Он высыхает, потом я нанесла вот такой просто черный лак, обычный. Эмаль черная. Вот. И подождала, чтобы заморалась, извиняюсь, чтобы слой стал липким, чтобы лак до конца не высох. И все, припечатываете фольгу. Вот солнышко сошло, как-то хорошо стало так видно. Вот, припечатываете фольгу, потом, значит, вы наносите топ. Вот. Обязательно закрываете топом. Он может быть прозрачным, может быть вот таким. С блестинкой у меня есть еще топ. Закрывайте им. И сейчас я покажу на одном ногте, потому что сейчас я буду все это стирать. Допустим, вы закрасили. Это чтобы сохранился ваш маникюр. Так, не падай, пожалуйста. Вот. И после того, как вы, значит, нанесли лак на ноготь, вы закрываете торец. Обязательно вот эту часть вы закрываете. Так, сейчас как-то надо сделать, чтобы лак не заморался. Ладно. Так, что еще? А, пришли мои пластины для стемпинга. Те, что я ждала, вот я вам говорила. Вот такие. С различными узорами. Не дает эта вспышка нормально. Вот 10 пластин, узоры не повторяются вообще, разнообразные. Но я не буду так все показывать, чтобы тоже время не терять. Вот единственное, покажу вот эту пластину. Мне здесь очень понравилось вот это дерево. Очень мне она понравилась. Вот. Эти пластины, они очень хорошие. Там такая глубокая гравировка и очень хорошо наносится рисунок. Вот, пришла сама печать. Такая силиконовая, прозрачная. И очень легко, удобно наносить рисунок. Ты отпечатываешь его, а потом ты видишь, когда ты его наносишь. Ты видишь, куда, что... На краешек, ноготочков, в центр, там сбоку. Очень удобно. Мне второй же такой, я один брала себе. Это пришел в комплекте просто. Вот, и он такой скребочек. Но я ими не пользуюсь. Скребками я пользуюсь
пластиковой картой. В принципе, вот так, Алиса. Видите, ничего сложного совершенно здесь нету. Абсолютно легко. Легко и просто все это делается. Если я уверена, что у вас в магазинах это все можно купить, эту фольгу, все. Если нет, то опять-таки вы зайдите на AliExpress и закажите. Так и напишите в поиске просто фольга для маникюра. А, и все. А, еще забыла сказать, я заказывала вот такой лак. Ой, лак, это клей. Клей для фольги. Допустим, я им еще не пользовалась, это сегодня все пришло. Вот. Допустим, вы не хотите основу делать цветную, вы просто, ну, желательно, конечно, на ноготь все-таки нанести сначала защиту какую-то, а потом сверху вот этот клей. А, как я смотрела, читала, он будет таким матовым. А, по мере того, как он будет сохнуть, он становится будет прозрачным. Вот после того, как он станет прозрачным, вы на него наклеиваете фольгу. И у вас тогда уже ноготь просто получается полное покрытие фольгой. Той, которая вам нравится, подходит, в общем, любой. Ну, вот так. Вот такая вот история. Надеюсь, вам это видео будет полезно, девочки. Я, например, недавно это открытие для себя сделала. И я очень довольна, более чем. Под любой наряд. По любому поводу и без повода. Очень такая удобная вещь, практичная, очень выручает. Ну все, девочки, буду закругляться. Все. Всем огромный привет, всех целую. Берегите себя и своих близких. Всем пока.